Свыше 214 миллиардов тенге поступило в систему здравоохранения Алматы благодаря ОСМС. Сегодня директор фонда Тлеухан Абельдаев рассказал, на что были потрачены средства обязательного медсоцстрахования. Новая система позволила увеличить финансирование дорогостоящих операций и число квот на экстракорпоральное оплодотворение. Только в этом году 459 женщин смогли забеременеть с помощью данной репродуктивной технологии. Также в городе планируется провести еще 270 сложных кардиохирургических операций на сумму более 630 миллиардов тенге. За 4 месяца этого года фонд социально-медицинского страхования на оплату медицинской помощи по городу Алматы в пакете УСМС направил порядка 42,6 миллиардов тенге. Большая часть расходов в период с января по апрель включительно составила оплата стационарной медицинской помощи, это свыше 22,9 миллиардов тенге. Отметим, ОСМС – это выгодная альтернатива платным медицинским услугам. Каждый участник системы получает доступ к гарантированному страховому пакету, независимо от размера взноса. При этом ограничений в объеме и стоимости услуг нет. На брифинге глава фонда также рассказал, что ждет работодателей, скрывающих своих сотрудников и уклоняющихся от уплат. Для этого существуют различные методы борьбы с подобными нарушениями со стороны фискальных органов, со стороны Комитета государственных доходов и их структур по регионам. Органам налоговой службы принимается декларация о перечислениях в фонд. Они могут по информационной системе отслеживать поступление взносов в отчислении в фонд медицинского страхования.